Всем привет, дорогие наши друзья, зрители нашего канала. У нас сегодня вермишель роллтон с куриной печенью, салат с морской капустой, там огурец, лук, заправку я сделала и яйца отварные. Заправочка с бензином. Что такое? Бензин. Для салатика бензин. 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 Давайте для салатика чуть-чуть там уже, давай. Вот, и то такой, ты то такой. Я уже голодный, еще не ел. Еще Леша с половиной не ел. Посмотрите, морскую капусту отварила. Тут прям как водорослями вон идет. И мама. И я сам последний. Нет. Кушай, вермишельку. Ну, легай. Леша недавно проснулся, но если не ел, он еще не ел, не обедал даже. Подъедьте. Морс прибрала, но вам хватит. Так, кому салат? Даша, давай салатик чуть-чуть. А мужчина? Мужская капуста, яичко. Ты что, не слышал, мама, что тебе? Давай ложечку мама положу. Мама все говорит, а он с чем? Держи. Настя, давай я положу тебе. Нет, мне не надо. Павлик, давай так ложечку салатик. Совместных видео не было. Я сегодня бабушке мандаринов обкушалась и вчера дома их обкушалась. Смотри, аллергия может бахнуть, когда переедаешь. Мандарины очень вкусные. Тем более, ты сейчас лечишься. Китайская медицина всегда помогает. Мягенькая капуста, мягенькая печенка. Вкусная. Угу. Печенку мы любим, да. Куриная, не говяжья. Что, куриная? Уже. Вкусно. А куриная-то вообще прям мягенькая. Еще мягче, чем говяжья. Бразды прям. Да. Без вермишелька вкусненько. А мне его можно приложить. А я тебе нагадала, что держи. А. Рядом поставь там на салфеточку. Не урони только. Ты что сел? Папа. Что? Я же поняла, что на день рождения уже кролика не будет, да? Да, конечно, уже такой кролик. Поэтому у меня у вас будет совместный подарочек для меня. Какой? Задонатить в Роблоксе. Нет. Даша, вот такое даже такое, не такое, тем более. Это какой-то без вариантов. Безумные какие-то у тебя подарки. Даша, ладно, чуть-чуть тебя. А, у тебя что есть уже? Ну, тут яичко большое, хочешь? И вот яйцо. Ну, что? Пошуля. Давай тебе вот салатик с яичком. Первый раз вижу, как кто-то не празднует день рождения. Чего это было? Как кто-то что делает? Ты празднует день рождения? Ну, что-то бухтит себе под нос. Думает, что не празднует? Или празднует? Я ничего не понимаю. Всего один раз. Да давай доедай уже, что-то болтушка. Ну что, вкусно, съедобно? Да. Нет. Вкусненько. Никак не хорошо. Салат, что, как? Я там сегодня заправку вкусненько по-другому сделала. Тут лимонный сок, соль, перец, чеснок, масло. Ничего не ест, ничего не хочешь, да? Может, только проснулся. Я думаю, ничего не хочет. Даша, ты сегодня дома или опять к бабушке побежишь? Уже в дом. Ну, тетя не кусает. Да, не вкусненький мой. Ну, почему ты не кусаешь? Ну, да, бабушке позвонить, предупредить, что я не кусаю. Ну, покусай, вкусненький. Давайте огурчик там. Будешь огурчик? Да. Ну, хоть огурчик скушай. Ну, пожалуйста. А? Ой, молодец. Аппетит приходит во время еды, да? Ну, вкусненький. Короче, ужин удался, да? Мама постаралась. А делишки у мальчишки? Это пох?
папа мама не хочет молодец. Кушать. Мама и поработать успевает, и кушать приготовить успевает. Не пинайся, аккуратно. Смотри, какое яичко вкусное. Хочешь яичко? Яичко. Мама. Ась. Мама. Мамина рука. Указатель. Вот Морсик к тебе лезет, да, мама? Давай, подает, но Даша-то тоже хочет, что мы его есть. Морсика выдули. Че, по печенке-то соскучились, да? Мама, я у нас печеночку-то готовить. Давай, пусть Даша. Надо еще кое-то. У нас же больше нету куриной печенки. Ну вот маленький пакетик был, я приготовила. Надо купить. Ну тоже же каждый раз не будешь, приедается. Так, на охоточку. Захотели, сделали. Хочется какое-то разнообразие. Вчера вот рыбка была на горбуше, мы ничего не снимали, мы так съели. Снимаю в последнее время так, знаете, не часто. Тяп-ляп. Не часто. Времени мало. Вермишель, поэтому подожди. Не, я сильно есть не хотела. Но Леша вообще не ел. Всем спасибо всем. Всем спасибо, всем пока. Бывает нормально. Я Веда, а Веда печенка не стала. У меня болит одно место. Так по-человечески вылазь. Пока всем. Пока-пока. Павлик, тебе вермишельки подложить? А-а. Ты все что-то не хочешь? Mm-mm. Нормально, хорошо поел. А ты чуть не обедать не стал? Что случилось? Аппетит пропал, что ли? То, что было, он не хотел. Нам чуть-чуть супа горохового. Спасибо, Лес. Я готовила, уже решили все вместе сесть покушать. Ну, он там сырники доел, которые я с утра делала. Ну, а сырники забыла. Да, вот он их доел в обед. Ждал вермишельку. Ну, суп не понравился. Я на обед сегодня брал. Но печенку все равно. Что? Есть отдаленно какая-то горечь, или мне кажется. Нету ничего. Нету? Mm-hmm. Где-то очень-очень отдаленная. Ну ты прям гурман, моя дорогая. Задние нотки. Ой, простите. Ну что это так? Я делаю. Вилка убежала. Павлик морковку не стал есть. Угу. На мягенько получилось. Угу. Люблю морскую капусту. В ней йода-то много. Надо кушать. Хоть раз в недельку надо стараться. Надо. Варится она быстро. Очень быстро. Я первый раз варю 3 минутки или 2. Потом промываю воду от слизи. Потом еще пару минут варю. Ну, все-таки поешь, а? На. Присаживайся. Тась. Многие дети любят вермишель. Брожуля пришел. Вермишель, кстати, я варила уже, наверное, с час назад. Потом она чуть-чуть склеилась. Как тут. Не сразу не сели. А я приехал за посылкой. Там народу, во-первых, много было. И еще передо мной
посылку отправляли. Mm-hmm. Там что-то так все долго затянулось. Ясно. Слушай, ну тарабай. Потому что все ждали меня. Привет, папа. Угу. Я с папой снялся. Что, у нас давно совместных не было. На огурчик будешь? На-на-на. Ну, провалился он туда. Доскакался. Любит с мамой сидеть, обниматься. Боже. Ну еще бы. Здрасте, что сам взять не можешь? Это же новое. О, мур закладывает. С ягодкой? Ну, еще мур. Алексей, у тебя прям ритуал какой-то. А творожок съешь? Нет, ты творожок не хочешь. Что это такое? Что, наелся, доедаем? Да, вкусно. Не доел. Печень. Надо, кстати, почаще печень готовить. Она очень полезна. Ну, раз в недельку. Полезно. Часто тоже приедается. Ну, раз в недельку, это шикарно, я считаю. Да, Алексей? Хочется же всего попробовать. Я обниму Лички с папкой. Как дела у тебя? Ну, нормально? О. Гулять сегодня ходил? Да. Да. Гуляли. Где гуляли? Мы за посылками ездили, а потом во дворике гуляли. Ну, на самокатах. Ты на самокате еще никуда? Да. Сегодня теплый денек был? Да, сегодня очень тепло на улице. Это последняя неделька. Все. Очень тепло прям. В следующей неделе уже холодно. И он как уснул, пару часов точно спал. Я не знаю, как он будет сейчас ночью засыпать. Как будешь засыпать? Он в шестом часу проснулся. Он, походу, опять до 12 будет скакать. До 11. Увидим. Так, смотри, аккуратно, не упади. Ну что? Ну что, завтра, думаю, булгур можешь приготовить. Давай. Посмотрим. Дашка обожает булгур. Можно с курочкой запечь или еще с чем. Ну что, дорогие наши зрители, всем большое спасибо за ваши просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока.